специальные архивы в поисках упоминаний о каких-либо мест проживания людей 2-3 века назад, мне попалось описание старого скита. Координаты его, естественно, никто не оставил. Лишь направление по сторонам света. Поэтому приходилось идти по компасу. Да и связи там не было. Если честно, я и не надеялся на то, что найду это место. По преданию, скит был полностью разрушен в гражданскую войну, но ров, окружающий святыню, остался. И это, по всей видимости, он. Вода, конечно же, пересохла. Как говорилось, еще был большой сад, но пока не видно этих деревьев. Судя по количеству разных сигналов и приметов, это именно то место. А вот и доказательство гражданской войны. А вот эти года я никак не ожидал тут найти. Что бы это могло означать? Почему 46-й? К этому времени здесь уже ничего не оставалось. Ладно, посмотрим, что же еще тут оставили нам предки. Наверное, нет места на земле, где бы не лежала пробка.
сам факт того, что я нашел это место, меня уже радовал. Радовала погода и окружающая красота. На свежем воздухе быстро нагуливается аппетит. Уходя в поход, я всегда беру с собой баночку тушенки и чай. И кажется, что вилка, сделанная из ветки, кушать гораздо вкуснее. Вообще, очень странное место. Здесь я на 100% чувствовал, что один. Не знаю почему. Наверное, потому что не встретил и не услышал ни одной птицы. Даже муравейников нет. Пока обедал, я размышлял над тем, что я копал. Очень много мусора, особенно ржавого кровельного железа. И практически нет полезных сигналов, подтверждающих, что тут был именно скит. Видимо, это наслоение эпох. Может, я ошибся? Может, я неправильно нашел место? Вряд ли. Ров, большое количество кирпича, сад. Может, тут в раннее советское время что-то еще строили? Надо продолжить поиск. Может, что и выкопаем. Опять гильза вперемешку современная. А вот это уже интереснее. Ничего не понимаю. Совет? Откуда? Что бы тут ни было, до или после скита, я тут, и я нашел это место. И хотя сокровища монахов мне не удалось найти, впечатлений я получил достаточно. А главное, терапевтическое уединение, которое следует искать, а не избегать.